Берегинь домовых, лесовиков, сказочных зверей и других персонажей можно увидеть в Музее народной игрушки. Там открылась выставка «Резная сказка» мастера Игоря Фролова. В экспозиции представлено более 50 работ. Идея создать такую вот выставку, показать его творчество, зрела очень давно, но все как-то вот не складывалось. И в настоящий момент предложил, что вот сейчас уже есть экспозиция, могу показать. Возьмете, ну, мы только за. Всегда рады показать творчество интересных людей. Работы Игоря Фролова уникальны. Художник вырезает небольшие деревянные фигурки исключительно одним резцом, который для себя готовит сам. К каждой игрушке автор относится по-особенному, и у каждой свое имя. Здесь и дед Тихон, и Прокопыч, и купцы. У него очень интересные работы еще, кроме образов, еще можно сказать, что они как обереги. То есть эти фигурки могут служить и игрушками, и сувенирами, и оберегами. То есть вот на любой вкус. Игорь Фролов не только занимается резьбой по дереву, он и сочиняет сказки, где главные роли исполняет его игрушки. Увидеть выставку суздальского мастера можно до конца сентября. Более подробную информацию можно получить по телефону 664-94 или в группе ВКонтакте «Музей народной игрушки. Город Саров». Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».